Дорогие друзья, всех вас сердечно поздравляю с наступающим великим праздником Светлого Христова Воскресения. Призываю всех в пасхальную ночь посетить храм Божий и вославить воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. 1 мая в полночь состоится праздничное богослужение. Традиционно накануне в субботу и в сам день праздника будет освящение куличей, пасок и яиц. Еще раз поздравляю всех с этим светлым праздником и приглашаю вместе встретить великий пасхальный день, чтобы наполнить наши сердца радостью о воскресшем Христе.